здравствуй, дорогой друг, и добро пожаловать на закоулки безумного сознания нашего, странного на самом деле героя по имени Симон. Вот. Потому что Саймон немножко по-другому пишется, поэтому он Симон. И что же у нас тут? У нас тут мы застряли в автобусе, который стоит в пробке. Ну как в пробке? Ну, явно же пробка. Вот. Эдж и трафик. Ну и это игра Cry of Fear. Продолжаем. С вами Маус Репичи. Мы пытаемся разобраться, что же, черт возьми, происходит в этом странном городе. Пытаемся добраться домой. Выжить. И не испужаться, так сказать, разных тварей, которые будут нас преследовать на протяжении игры. Сейчас я кручу-верчу волшебную шарманку, дабы сдвинуть окошечко чуть-чуть выше, закрывая дверь, дабы нам ничто не мешало. И мы идем убивать и бегать. Самое страшное, что может произойти, это крики детей на улице, но так как окно я закрыл, думаю, все будет хорошо. Вот так вот. Привет, привет, друзья, очень рад вас видеть всех. Вот так вот. Да, именно так. А, так, все. Еще секунду открою чатик, чтобы смотреть, что же вы тут будете писать. И побежали, прям сразу-сразу. Отлично, я снова умудрился. Тут единственная проблема, да не единственная, на самом деле проблем много, но вот с которой чаще всего сталкиваюсь, то что дурацкое окно. Кстати, как звук, как картинка. Нет проблем, друзья, просто вот. Если есть, то как-то нам будет решить. Кстати, ну чё, идем. Сначала мы убираем вот этого красавца. Картинку убрать. Отлично. Нет проблем. Картинки нету. Точняк. Точняк, значит, я просто... Я просто краб. Сейчас, сейчас, друзья. Без проблем. А я-то думаю, что-то как-то легко, приятно все пошло. И снова окно сдвинулось. Все, все. Ну, значит, небольшая предыстория. Там по сюжету мы особо не двигались. Так что нормально. Спасибо большое за помощь. И напоминаю, если вы что-то хотите написать мне последний раз, вот, Раун, последний раз, серьезно. Звука нету. Вот. Пишите, пожалуйста, в крайнем случае, в Steam. В Steam. Да, но в Steam в смысле чат группы по стримам. Все, все видно, все окей. Так вот, смотрю, как только запускаю Steam, ну, звук отключается, и Симон не может двигаться. Его явно парализует облако Steam'а. Как бы... Так, ладно. А ну, открой ротик. Прими пилюльку. Вкуснятина, да? Собственно, наверное, один из самых безобидных врагов пока... Ну, я думаю, связано это с тем, что мы его просто сейчас расстреливаем, по-хорошему. И надо бы посчитать количество патронов, но... Ну да ладно, он уже умер, это не особо важно. Давай, Симошка. И я в прошлый раз долго петлял по улицам этого странного города из-за того, что я не знал, как вот, собственно, вылезти в это окно. Ну, представь, он же просто более хренового спортсмена. Это сложно представить. Давай. Давай. Напоминаю, просто Симон прогуливал уроки физкультуры, друзья. Вот поэтому никогда, никогда не прогуливайте уроки физкультуры. Давайте я еще раз захват быстро сделаю с этого. С игры. Вот, в надежде то, что FPS будет побольше. Свернусь и... Придурок. Так, ну что ж, прошлый раз мне это удалось не сразу. Ну, короче, мы перелезем через окно разбитое с божьей помощью. И будем двигаться дальше. Вот так вот. Всем отличного настроения, быстрой недели рабочей, чтобы она скорее закончилась.
так же, как и растворился, вот, чтобы она растворилась в воздухе, как и вот это огромное тело, которое было здесь несколько секунд назад. И мы все радостно, короче, отправились на выходные. Кто на рыбалку, кто на шашлыки, кто лепить снеговика, если среди вас есть такие, которые, у которых еще людей снег где есть. Тут, короче... О! О! Босяра просто! Вот я бы сейчас еще сохранился обязательно. Так, что у нас с картинкой? Нету лагов просто заранее. Еще раз извиняюсь. Все нормально. Дурацкая эта игра. Все отлично. Ну ништяк. Все, сейчас обратно двигаем окно. Как же ты меня бесишь, убогая. Ты создание. Угу. Тут непонятно что. Я так подозреваю, нам сюда. Конечно, мне неохота туда заходить. Что уж тут говорить. Заходим в дверь. Опа, темно. Ну, вроде пусто. Вроде все спокойно. Так, дверь не открывается. И, друзья, заранее предупреждаю о том, что стример очень впечатлительный. Поэтому при первой же возможности он будет кричать. Вот. Ну, короче, увидите сами. Увидите сами, что я тут рассказываю. Вот. Такие дела. Мы непонятно где находимся. Шприц нашли, отлично. Просто мне почему-то игра опять выдает 10 FPS. Несмотрибельно. По мне так неиграбельных. Пам-парам-пам. Что сделать? Даже не знаю, наверное, перезапустить стоит. Все нормально. А, ну вот. Привлекли к себе внимание выстрелом просто. Зачем-то. Симон, зачем ты это сделал? Так. На заднем фоне играет какая-то страшная музыка. Идем вниз. Вот. Дверь открылась. Сразу готовимся к тому, что нас ждут какие-то монстры тут. А-а-а! Отлично. Да тише ты, не кричи. По-моему, это вот... Перед вами сейчас самые страшные фикусы, с которыми я встречался, и придется этот, иметь дело. Ты открыл замок. Да, друзья, я как бы предупреждаю о том, что я буду кричать, как бы... Чё уж тут кривить душой, я не смотрел прохождение, хотя... О! О! Знакомые все лица. Привет! What's up? Давайте песенку про негритят споем. 13 негритят купались у реки. Один получил пулю в лоб, и их осталось 12. Еще один сказал что-то плохое про мою маму, и их осталось 11. Еще один бежал на меня с молотком, и их осталось 10. Еще один предлагал мне рекламные буклеты и спрашивал, верую ли я в божества, и их осталось 9. 9. 9! Вот. О! Да мы же здесь были. Хо-хо-хо. А, дверь закрыта. Эквип, юз. Открыли дверь, заходим. Какой-то... Какая-то странная музыка на заднем фоне. Сейчас раз достаем фонарик.
Отлично, отлично. Как я люблю темные коридоры. Любите ли вы темные коридоры, как люблю их я? Чтобы на меня сразу что-нибудь из-за спины выскакивало. Так вот, гудело, кричало на меня и вообще всячески... Всячески просто давало знать. Так, всегда видимое нет. Так, идем, бежим читать чатик, дабы успокоиться. Так, тут у нас... Что тут у нас? Тут тишина. Да хватит, ну. И... Тут тоже... Тут какие-то... Вот серьезно, самые странные люди, которые были вообще... Почему-то на... SkySpell. Меня спрашивают... IP, Mumble, а пофиг. Откуда я знаю, пацан? Вот я не знаю, кто ты. Зачем ты зашел на мой стрим и спрашиваешь, у меня IP, Mumble, а пофиг. Так, ладно. Так. Лаганные монстры, это печаль. Если смотреть в пол, монстры меня не заметят. Очень на это надеюсь. Очень надеюсь. Так, ну что ж, идем. В надежде, то, что нас не будет никто преследовать сзади, не будет пристраиваться к нам, дабы познакомиться. О! Нет! Нет, нет, мне не нужны патроны, что вы. Оставьте себе, ну. Ха-ха-ха, какая глупость. Ну, зачем нам, цивилизованным людям, в городе патроны? Ну, действительно, ну, что же вы? Нет, не стоит. Так, друзья, как вы могли догадаться по радостным, конечно же, радостным восклицаниям стримера, сейчас нас ожидает сражение с боссом. Естественно, стример краб и слоупок, поэтому убить босса с первого раза не выйдет. Как бы стример не старался. Ой, я прям чувствую себя каким-то лохом, которого заманивают в ловушку вот этими патронами. Я не хочу туда спускаться. И напоминаю, что мы играем около часа, потому что больше психика стримера не выдержит. Отлично, прекрасно, прекрасно. По воде, просто... Даешь дивизию! Чуваки, прекратите это делать. Это не смешно. Отлично, сзади поднялся, да? Ну, что, ты поговорить со мной хочешь? Нет, не хочешь? Ладно, идем. Вот, опа, вот этого я видел. О, темно. Как я люблю, когда темно. Романтика сразу. Я не успел перезарядиться. Что ж я за краб? Давай, Симошка, ну... Все, успел? Так, What's up? Еще один там. Что? Я думаю, это водопроводчики, которые у нас остались после реформы ЖКХ. Вот. Они такие грустные. И очень печальные. И напоминаю, что одновременно говорить и стримить довольно тяжело, и при этом сохранять четкость разума. Поэтому не удивляемся. Не удивляемся тому, что стример краб и очень пугливый. Вот. Очень пугливый. О, отлично. Спуск вниз. Спуск вниз. Я не пойду туда. Пойду почитаю чатик лучше. Так, а если бежать в темноте, они страшно выскакивать из воды не будут, думаешь? Не уверен. Я вот лично не уверен, друг. Потому что... Ну, правда, ты их видеть не будешь. Но я буду их слышать. Знаешь, как обычно, вот после просмотра фильмов разных ужасов, да? Сталкивались ли вы с такой проблемой, что куча одежды, брошенная на стуле, и шорох ветра становится вашими злейшими врагами в темноте. Только не говорите, что нет. О, отлично, отлично. Еще больше узких коридоров. Прекрасно. Поэтому, ну что удивляться, поэтому если... Давай, давай, ну где вы? Сейчас вот, сейчас по-любому что-то страшное будет, откинемся назад. Воу, бежим, бежим. Отлично, отлично, шикарно. Вот это поворот, вот это неожиданность, вот это просто сюжет. Бати у Мауса на хаке, друзья. Так, ребята, выпивки и крекер в углу комнаты. Не подходим все разом. Занимаем очередь. Отлично, я буду в темноте от них отстреливаться. Используя в виде источника с
света. Собственно, отлично, патроны закончились. Друзья, отлично. Вот там плохо все видно. Мне тоже все очень плохо видно, поэтому ориентируемся на то, что, знаете, скромные силуэты, которые... Ребят, ну что это такое? Ну я же не девушка с третьим размером груди. Прекратите же, это не смешно. Или это какая-то мальчиковая школа частная? Что с вами такое? Двое еще вижу, двоих. Один. И все. А! Не все! Где ты? Где ты, паразит? Все. Так, перезаряжаем пистолет. Нет, я, друзья, просто откинулся назад на стуле. Какая вот у нас красивая широкая комната. Отсюда мы пришли. Напоминает, кстати, кто, блин, играл в Left 4 Dead, это вот по канализации, когда идешь, это вот бла-бла-бла. Проход по канализации. Бежим, 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 бежим. Оп! Бежим, бежим, бежим. А я отсюда пришел, походу. Симон, ты страдаешь географическим кретинизмом. Так, бежим чатик читать. Так, так, нормально. Тут тишина. Это было неожиданно. Вот. О чем это мы? Да, еще раз, друзья, напоминаю, что это игра Cry of Fear. С вами Маус Репичип и Симон, который, по-моему, он астматик, и он очень, очень любит очень громко дышать. При первой же возможности. Так, еще длинные коридоры, бежим. Опа, вот это поворот! Вот это неожиданно было. Это запоздавший гость, который не успел на основные закуски в виде свинца. И решил вот сейчас присоединиться. Вот так вот. Может дозу. Ну сейчас поднимемся, примем. Сейчас лишь бы нас вот при подъеме что-то такое неожиданное, приятное не ожидало. Такое что. Такое, вот знаете. Мне надо хоррор озвучивать, мне кажется. Фух. Что это за игра? Это бесплатный мод для игры Half-Life 1. Его можно сказать, скачать на официальном сайте, соответственно. Вот. И, ну, если у вас есть Half-Life 1, то можете скачать. Да, нет, почему же? Если есть такие вопросы, если вдруг есть люди, которые захотят после поиграть в это, хотя я бы, вот, ну, я сам очень часто жалел о том, что я уже начинал это стримить, то, как бы, друзья, вот поэтому я объясняю, чё почём. Довольно, кстати, игра атмосферная, хотя бы за счет света. И напоминаю, что стример больше, чем кричащих монстров, выскакивающих из-за угла, он боится светлых комнат, потому что знает, что это что-то плохое, и наверняка сейчас будет что-то неприятное. Поэтому он действует по одному... Я знаю, я говорю о себе в третьем лице, это немного странно. Побежали. Бежим, бежим, бежим. Просто, просто бежим. Вот. И стример пипи... Бла-бла-бла. Бла. Вот. При первой же возможности, как вы слышали, теряет дар речи и несет несуразную чушь. Вот. Не смешно шутит. Исключительно не смешно. Старается заглушить крики монстров своими. Вот. Так. Что еще? Да, именно так. А, что-то тяжелое заблокировало дверь. Ну, вот так вот. Ну что ж, не знаю, сколько нас на стриме, я думаю, чуть больше, чем было в начале. Поэтому всем еще раз привет, с вами кричащие, визжащие, паникующие Маус Репичип. Твою ж дивизию, ну! Так вот, о чем это мы? И это игра Cry of Fear.
На-на-на-на-на. А где он несет лестницу? Я думаю, на спине где-нибудь. Вот он. Мне... Я вот краем глаза смотрел стрим. Ну, соответственно, несложно догадаться, что нам надо вот сюда будет идти. Странный ветер. И я вот единственное, что я подсмотрел на другом стриме, так это то, что нужно оставлять два слота вот в мешке, в сумке. Для различных вещей. Вот. Но в остальном как-то вот... Ну что ж, заходим. Откидываемся назад, готовимся к тому, что я буду кричать, здесь будут монстры. Поэтому, друзья, не удивляемся. Слышим уже какие-то неприятные звуки. И мы оказались в здании, которое было у нас в начале. И нам нужно забрать второй предохранитель. Если кто смотрел мои стримы, вы можете мне подсказать, куда мне примерно идти, я буду только рад. А я пока побегу, быстренько пробегусь по чатику. Тут тишина, в какой-то веке скадба молчит, это немного задевает. Это было неожиданно. Согласен. Что-то у нас посмотреть, чем? 24. Ну, нормально. Так, пошли, друзья. Выходим, осматриваемся по сторонам. При первой возможности орём и зовем на помощь кого угодно. Вот, вот этого парня, который, собственно, нас пугает. Просто исчезает. Так, встанем в углу. Еще один хоррор-мод на HL2, да. Да, друг, именно так. Причем так уж вышло. Опа. Там чувак был. Вон, кстати, записулька. Стример попался. Я знаю, что есть еще одна крутая. Не еще один, а крутой. Ну вот есть Nightmare House. Его полностью проходил Гагатун. О, привет! У парня явно какие-то проблемы. Идите в задницу, ну что это такое? Вы можете... Каждый раз на самом деле у стримера идет борьба вот с самим собой, чтобы бежать дальше, потому что как-то двоих наушниках. Вот эти завывания все довольно громкие, неприятные. И по мне, друзья, так игра очень и очень атмосферная. Вот. И я по-хорошему никому ее не советую. То есть обычно ты играешь в игру, так думаешь, поиграй, там классная игра. Вот. А... Нет, друзья, я вам ее не советую. Правда. Может быть, потому что я хороший. Вот, может быть, потому что я хороший человек, я не знаю. Да будьте вы прокляты. Так, заходим. Тут, друзья, напоминаю, что вы можете заходить еще в чат группы в Стиме, если вот не хотите где-либо регистрироваться. Я все пойму. Все прощу. Всем еще раз хорошего настроения, с вами Маус Репичип, и это игра Cry of Fear. И мы продолжаем пугаться и кричать вместе с вами. Оп, просто на скеле. Напоминаю, о чем я вам напоминаю? Давайте, о чем надо же напоминать. Ну, давайте сделаем небольшую рекламку CyberUp. В правом верхнем углу вы можете видеть лого. Я не хочу что-либо рекламировать, но по мне так... О! О! Вот это наш враг, кстати, мы сейчас с ним разберемся. По мне, так это классный сайт, где можете вот... Хотя я лично никакой пользы от него еще не получил. Кроме как гема. Вот, поэтому мы сейчас... Да не столько мне им платят, серьезно. Вообще, это конфиденциальная информация. Поэтому сдохни! Сдохни ты уже! Я разрядил пол обоймы, и этот чувак вообще не почесался. О, еще один. Так.
чуть-чуть высунемся. И поймем то, что у нас разряженная... Кто разряженный? Винтовка. Оп! Сейчас самый смешной момент будет. Теперь следующий. Так. You got a lipstick, та-тарарам, тарарам. Я не знаю, зачем я решил подняться по лестнице. Вот. Играю я еще вот полчасика где-то, друзья, потому что стример трусливый, у него есть минимум. О! Чувак вышел покурить. Че, вот смотри, вот видите, ему холодно. Холодно и страшно маленькой макаке. Прилетает листья к волосатой. Чувак, ну куда же ты? У меня для тебя есть подарок. Стой! Стой, вернись! Вернись! Пожалуйста, вернись! Мы не договорили. Вот. Тут вроде пусто, спокойно. Сохраняемся. Просто игра страшная. Да просто стример трусливый. Чё вы думаете? Игра там вообще на плюнуть и растереть. Что в ней страшно? Вот вода течет, шум какой-то. Еще. Да твою ж дивизию! Дивизию! Занято! Занято! Я только присел! Подожди! Дурацкая игра, будь ты проклята! Так, и еще раз, при первой же возможности... Ваша задача, друзья, стримлю я исключительно только потому что... потому что что? Потому что... Люди любят смотреть, как другим страшно. Вот, ну давайте говорить откровенно. Ладно, я могу бегать и... Кто там стучался? Кто там стучался? Ну! Ну! За солью пришли? Ну, иди сюда. Опа! Вот это не было неожиданно. Нету соли, закончилось. Нету соли, и сахара нету, что за соседи пошли? Ну, пристрелю следующего, кто попросит спичек. Но, диван. Опасный диван. Так, кровь от чувака, которого мы только что завалили. Пом-пром-пом. Так. Да хватит это делать, это меня бесит! Бесит! Не надо! Не надо! О, дыры, кстати, в решетке не было. Прекрати! Прекрати стучаться! Я не знаю, кто ты. Зачем ты это делаешь? Я не уверен, то, что ты меня слышишь, потому что стоит пауза. Перестань! Перестань стучаться! Плохой мальчик! Плохой мальчик! Нельзя стучаться! Нельзя пугать стримера страшными звуками! Ладно, бежим! Бежим дальше! Воу! А, опять же, когда стримеру страшно, он при первой же возможности... При... Под... Нет, нет! Эта дверь была в прошлый раз закрыта! Нет! Нет! Нет, я не пойду туда! Я правда, не надо! Нет, ну... Там вот, там же написано! Нет, там, вон... Do not enter! Так, поднимемся наверх, быстро проверим, что у нас наверху. Что нас не ожидает какой-то там монстр. Вот. Там кто-то был вроде. Да, когда мы... Так, вот сейчас обязательно постучиться. Когда мы, короче, вот здесь вот подбегали к этой решетке, здесь мы увидели чувака. Это 100% было. Ой. Вот. Ну что ж. И для тех, кто... Если кто-то пришел, ваша задача, друзья, поддерживать стримера. Можете подхихикивать над его глупостью, но вот как минимум надо похвалить его за храбрость.
Пум-пурум-пум. С вами Маус Репичип, это игра Край Эфир, и раз мы уже сделали паузу, то заходим и продолжаем. Продолжаем. Всем отличного настроения, хорошего, позитивного, вовсе не такого страшного, как эта игра. Ну что же это такое? Да ну, серьезно, стример, ты что собираешься делать паузу каждый раз вообще? Вообще каждый раз. О, у меня резиновую дубинку вернули. Я думаю, знаете, здесь это вот... Сейчас давайте подумаем. Что же здесь могли делать? Ну, во-первых, комнаты могли просто перекрашивать. Это раз. Во-вторых, здесь мог быть подпольный цех по приготовлению гранатового сока, друзья. Да-да-да. Гранатовый сок очень вкусный и, к тому же, полезный. Поэтому неудивительно то, что как бы кто-то решил гнать его вот в домашних условиях. Возможно, даже с чем-то бодяжил. С чем-то бодяжил, и в один прекрасный день это взорвалось. Возьмем дубинку. Вот. Потому что... Опять перефразируя великого Печкина, это почему я раньше злой был? Потому что у меня дубинки не было. Или не знаю, тогда лучше, знаете, как сказать, это почему я раньше от хулиганов убегал, потому что у меня дубинки не было. Вот, так. Давайте устроим голосование. Остаться здесь и перекрасить комнату, или же бежать дальше. Конечно же, я не могу проводить голосование, у меня нет таких прав. Могли просто арбуз уронить, ну да. Так. Так, тут тишина. Петросян завидует твоему великому юмору. Так, спасибо, я ценю это. Просто. Так, ну что ж, готовимся к встрече с какой-то... Просто. Вот с такой штуковиной. Отлично, нет, вот, ну, правда. Я не хочу туда идти. И, друзья, если я вот сейчас пойду, ну, естественно, я пойду, я же пришел сюда ради стрима. Сейчас картинка... Нет, сейчас у Саймона галлюцинации, поэтому она сама вот картинка подвисает, короче. Вот, он под какими-то веществами сейчас, Саймон. И теперь, друзья, я вас заранее предупреждаю, сейчас будет очень много криков. Без мата, конечно, потому что мы все люди цивилизованные и культурные. Материться я не буду. Но я буду кричать. Кричать, паниковать. Короче. И вот, ну, поэтому, друзья, я предупреждаю, если есть нервные люди, просьба сделать, такие как я, просьба сделать игру потише, потому что мы начинаем. Там парам пам 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 па. Ага, возвращается в то же место день за днем, и выглядит это все как вчера. Так, откидывайся назад, мне в прошлый раз хватило твари, которая... Может, давайте просто на ютубе посмотрим продолжение. Короче, он не может нормально отвечать о своей личной жизни и очень сильно бесится. Я что-то там насчет черного дня, я пропустил этот момент. Короче, его школа, его домашняя и школьная жизнь весьма хренова. Это про Симона, это рабовая сеть вроде. Рабовая сеть есть? Быть мужиком. Ну, вам легко говорить. Беги ты уже. Так. Уже ничего не страшно. Так. Короче, он сказал то, что он видел галлюцинации. Короче, я не воспринимал его всерьез. Это все про Симона говорится. Побежали, рашим, пацаны. Я застрял в стене, поэтому мы рашим снова. Я думаю, нас что-то ожидает в конце туннеля. И снова отдышимся.
Короче, ему срочно нужна помощь. Помощь просто... сейчас восстановим дыхание. Ну ладно, бежим так, что уж тут. Откидываемся назад. Я не знаю, я просто... Так. О! Привет, чувак! Привет! Привет, я так рад тебя видеть! Привет, ты бы знал, просто ты бы знал, чувак. Я не знаю, можно ли в тебя стрелять в этот момент. Привет, красавчик! Ты знаешь, как я наложил кирпичи в прошлый раз из-за тебя? Спорим, не знаешь? А я очень громко кричал. Ты меня очень сильно испугал. Ты меня очень-очень-очень сильно испугал. Друже. А ты? Вот, ну, как-то не страшно, да? Опа! 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 Вот это поворот, пацаны! Меня кто-то бьет, я не вижу это, мне бегу в темноте, стараюсь не смотреть. А меня снова кто-то бьет, и я боюсь, что если я сейчас... Бежим, бежим, просто изо всех сил бежим, в надежде то, что меня преследует, оно меня не догонит. Нормально, убежали. Бежим смотреть чат. Все, мы справились, мы молодцы. Так. Так, 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 так. Подобрали. Пам-пам-пам-пам. Предохранитель. И теперь нам нужно будет сделать большой крюк и вернуться в метро. Так, ну что ж, снова гранатовый сок. Назад. Почему-то назад кричат. И... Ну, раз сохранились, давайте еще раз. Еще... Нет, ну, сколько на меня тут смотрят? 38. Привет, друзья, я не буду все рассказывать. Это игра Cry of Fear. Название написано либо в описании к трансляции, либо где-нибудь еще. По-любому где-то что-то написано. Я сейчас буду сражаться с монстрами, поэтому, пожалуйста, не отвлекайте меня. По мере возможности, естественно. Вот. И о чем это мы? Да-да-да. Да, на Good Game я не могу сменить название, поэтому там стоит то название, которое дано изначально. Вот. Поэтому я объясняю, то, что это игра Cry of Fear, если кто-то ожидал увидеть игру. Воу! И стример старается кричать громче, дабы заглушить какие-то другие страшные вещи. Друзья. Вот. Ну, короче, это любительский. Я бы не сказал то, что любительский. По-моему, люди, которые его делали, довольно злые. Так вот, это любительский мод на игру. А я смогу плыть. Я не уверен, что мне сюда надо. Ну ладно, готовимся к тому, что нас что-то здесь будет ожидать неприятное, что-то страшное. Плывем. Плывем. Плывем, начинаем задыхаться. Просто готовимся к... О чем это? Мобильник в воде работает. Да, просто, ребят, бежим покупать Волкмана. Просто все. Вот. Ну, вроде как вам все вкратце объяснил. Я, правда, не знаю, куда мне надо бежать. Вот, еще сообщение от мамы светится. Так что, видите. Наверное, сюда. Я просто, опять же, не знаю, куда мне надо идти. Поэтому... Могу ошибаться. Давай, ну...
А, готовимся к тому, что сейчас... Ну, я... Это неправильно. Я должен... Ну, ладно, все. Увидим. Просто увидим. Побежали. Поплыли. Гупи. Отлично. Просто в темноте... Прекрасно. Что может быть лучше? А, всем хорошего настроения. С вами... Маус. Маус пам-пам-парам-пидаус. А, и эта игра Крайфир. Крики. Крики страха. И я понимаю, почему она так названа. И будь про... Я люблю Гагатуна. Сейчас я вот сделал небольшую отсылочку. А, я решил постримить это, когда посмотрел стрим Гагатуна. А, кооператива по Крайфир. Если быть точным. Вот. И... Тогда эта игра мне не показалась особо страшной. Видно, Гагатун гораздо так... А, аккуратно, друзья, мы плывем в темноту. А, тогда эта игра мне не показалась такой страшной, о чем я сейчас жалею. Вот о том, что я вот решил начать ее стримить. Ты издеваешься? И что мне сделать? А, в кооператив, кстати, я тоже буду стримить после того, как пройду одиночку. Похоже, сюда я... Выкидываем дубинку, друзья. А, нет, я в этот момент я просто отсаживаюсь. Брам. У меня настольный микрофон, поэтому я, короче, отсаживаюсь назад. Вот. И... Поэтому я вот так вот так... Короче, вот. А, меня порой плохо слышно. Надо либо наушники новые покупать, либо микрофон. Но наушники у меня классные. Вот. И, друзья, я опять же говорю то, что возможно, просто я... Да, я не люблю вообще вот такие помещения. А, вот это хлюпание воды тоже очень страшно. И я уверен то, что... создатель явно приготовил для нас что-то хорошее тут. Вот. Хотя это было бы нечестно с их стороны, потому что мы тупо не сможем отбиться от врагов. И еще раз, просто я вам скажу по секрету, что одновременно играть, говорить... Играть и говорить это тяжело. Местами теряешь мысль и не можешь... Когда пытаешься сосредоточиться на игре или сосредоточиться на мысли... Происходят различные неприятные косяки. Вот. Типа того, что... Там просто очень трудно соединять себе два качества одновременно. И... Стримера, и краба. Вот. Поэтому просьба... Просьба с пониманием отнестись к этому. Если кто-то считает по-другому, то это ваше право, друзья. Я не буду спорить. Я привел вам свои аргументы. Вот. И, собственно, ну, готовимся к тому, что нас здесь кто-то будет ждать. Или двери хлопнут, или еще что-то. Нет. Ладно. Вот так вот. И как раз, я думаю, когда мы сбегаем уже к... Бла-бла-блам. Почему мы сбегаем? Сбегаем мы... Сохранимся сейчас, во-первых. В тот момент, когда мы уже придем к станции метро, да, я думаю, как раз на этом стрим мой закончится на сегодня. Вот. А, DVD-плеер был, да, я тоже об этом подумал, то он мне так приятно светился, многообещающий. Так, и, друзья, если есть у кого-то есть вопросы, есть вопросы, то задавайте их в чат, я постараюсь на них ответить. Нет, ну, нет, я не хочу возвращаться, по темноте через эти сраные туннели, нет. Давайте найдем другой способ, правда, действительно, ну, мы же все люди взрослые, давайте просто найдем компромисс. Я не хочу возвращаться снова по этим сраным темным коридорам. Бежим читать чатик.
Давно не читали. Куда он идет? Мне нужно было взять предохранитель, чтобы потом вместе с ним вернуться на станцию метро, дабы открыть дверь. Это вот если вкратце. А вообще, задача вот героя попасть... пум-пурум-пум, домой. Соответственно, он, если кто-то читал сообщение СМС на экране, короче, то там как раз об этом было написано. Вот. Да, к мамке я бегу. Видите, где ты? Возвращайся скорее, как можешь. It's getting dark. И теперь по поводу очень важный момент в развитии сюжета был рассказан как раз в момент... Почему FPS так мало? Потому что XSplit довольно сильно съедает их. Вот в чем пример. Девушка, которая была... он ее убил, девушку эту. У папа была собака. Он ее любил. Она съела кусок мяса. Вот. А он ее... Ну да. Рекурсия получается. Почему сразу вспомнился мультик, ну погоди. И снова спускаемся в темноту. Чего мне делать очень не хочется. Господи, как же ты громко шлепаешь. Ну что ж, друзья, предупреждаю о том, что стример кричит, поет несуразные песни, которые ему придут в голову, и вообще ведет себя неадекватно. Будьте готовы к этому. Давайте вот просто рассуждать из принципа, кто предупрежден, тот вооружен. Вот я лично вооружен пистолетом. Чего и вам желаю. Вот. Ну и давайте я быстренько сделаю объявление небольшое, как я люблю это делать. Когда будет следующий стрим по Левке, я не знаю по причине того, что сейчас нечего стримить. Это раз. А во-вторых, подписываемся на канал в Ютубе, потому что там я выкладываю все записи всех стримов. И если кто-то потом захочет сделать мувик из криков Мауса, я буду только рад, это было бы забавно. Вот так вот. Что еще? Ну и вступаем в группу в Стиме, они... Все это есть в описании к трансляции снизу, друзья. Вот, сохранялка, отлично. Ну, просто потому, что там я просто заранее... Люди, которые хотят меня смотреть, они просто заранее предупреждены. И будут знать о стримах. Ну, обычно я предупреждаю, может быть, за час, если это не какой-то экстренный сумбурный стрим. Вот. Ну и всем, всем снова хорошего настроения, друзья. В первую очередь, вот это самое главное, что вообще... Что вообще для нас... Вот, мы здесь сидим тупо для того, чтобы веселиться. Но кто-то веселится, а кто-то, короче... А кто-то очень сильно кричит и веселятся скорее монстры, которые угорают с Мауса. Ну и Симона, нашего... Кто там ходит? Не надо там ходить. Вот сейчас по-любому что-то нехорошее должно случиться. Привет, подруга! Привет, давно не виделись! А я случайно фонарик отключил. Вот. И мы перезаряжаемся, потому что... И да, друзья, стример... Ничего... О, патроны. Красотка, спасибо. Так вот, стример ничего не употребляет по причине того, что... Ну, если ты хороший стример, тебе это не нужно. Вот. А... Они могут заставить тебя покончить жизнь самоубийством, эти женщины. Начать разговаривать... так. А это фонарик, друзья. Мобила в правой руке. Это фонарик. Вот. Так вот. Еще раз. По поводу... Сейчас полагает немножко. Просто... Тут очень много монстров. Они очень любят выскакивать из-за угла. И поэтому не удивляемся. Я опять забыл, куда мне идти. Это нормально.
И СМС сердце греет, естественно. Ну, по поводу девушек-то, почему? А, короче, там, если смотреть на нее, она, короче, Саймон поднимает оружие и хочет пристрелить себя. Это серьезно. Был момент на стриме у меня, когда, соответственно, я себя пристрелил. Ну, Симон себя пристрелил, естественно, не я. Вот. И что еще? Сейчас немного лагает, думаю. Кстати. Что? А, ну по поводу девушек, которые, собственно, доводят вас до самоубийства. Она начинает говорить о моде, о сумочках, о последних коллекциях от Жана Жарде. Я не знаю, возможно, это дизайнер, я наугад сказал. И, соответственно, вам ничего не остается, как пустить пулю в себе в лоб. Да, друзья, именно так. Что еще? Возвращаемся. Слышим, как у нас где-то гуляет кто-то. Возможно, это Симончик сам. Возможно, это наши друзья. У нас много друзей. Они летающие, ползающие. Да, или девушка начинает рассказывать вам о сумерках. То есть там много причин, может быть, приставить пистолет к виску. Мы должны это понимать. Вот так вот. Ну и вот как раз мы пришли до этой станции метро, до которой нам, собственно, надо было добраться. Прогружаемся. Здесь тихо, светло, спокойно. Пахнет людьми, хотя людей уже давно нету. И... ну, тут вот все просто, просто цивилизация, друзья. Кстати, здесь у нас труп. Вот, кстати, оттуда мы пришли. И если кому-то понравился стрим, друзья, можете потом посмотреть вводы предыдущих частей. Они у меня лежат на YouTube. Я труба. Вот. Ты труба, точнее, если переводить буквально. Ну, соответственно, вот я вставляю. Вставляю второй этот. Сохраняюсь. Включаю. Так. Где тут у нас самое главное? А, возможно, Саймон, но, по-моему, как я слышал, Саймон пишется по-другому. Включаем песню на мафоне. Видите, у нас мафон такой. Сейчас зарядим кассетку. Так, чтобы мы ее включить, чтобы закончить нормально. Да вот, прямо вот так вот, прямо вот с такой позитивной песней. Включили мафон, все круто. Мы снова верим в то, что видите, светится. Что все будет хорошо. Все мы будем жить долго и счастливо. Ну и на этом, друзья, мой стрим заканчивается, потому что нервы у меня не железные. И к тому же мне сейчас придется сейчас рыдать в подушку, пытаясь успокоить себя и доказать себе то, что все, что было на экране, это нереально. И ни летающая голова, ни какая-либо другая тварь за мной не придет. Вот. До новых встреч, я останавливаю запись.